Драка под окнами дома. В Челябинске двое мужчин устроили потасовку. Все произошло во дворе многоэтажки в Курчатовском районе. По словам автора видео, до этого к ней в домофон позвонила девушка и попросила открыть, объяснив, что забыла ключи дома. Но на самом деле, как утверждает автор видео, она вместе со спутником в подъезде искала закладку с наркотиком. А когда вышла на улицу, где их ждал уже третий товарищ, началась драка. Девушка пыталась их разнять, но безуспешно. Позже к ней присоединился таксист, но остановить конфликт ему тоже не удалось. Во время потасовки мужчина кричал, что молодой человек обманул его на 1000 рублей. А в одном из домов по Университетской набережной поймали закладчика наркотиков. В 4 часа ночи он пытался подложить пакет с веществом белого цвета. Парня заметили на камерах видеонаблюдения сотрудники охраны. Уже через пару минут его задержали. На место вызвали правоохранителей. Его передали полицейским, а содержимое пакета отправили на экспертизу.